На стенде увидел, что эта тропа ведет к гремевому лабиринту каменному. Вот решил пройтись по этой тропе. Ну и посмотрите вокруг, какая здесь природа. Кольский полуостров, Белое море, Кандалашский залив. Вот такая экологическая тропа здесь до древнего каменного лабиринта. Также в интернете я вычитал, что здесь на Кольском полуострове есть как бы каменное сооружение, которое начинает называться сейды. Сейды, они большие каменные валуны стоят на маленьких камнях, и для всех загадка остается, кто их поставил и для чего это надо было. У древних людей их называют саумов или лопари. Было поверье, что в этих сейдах живут духи, и этим духам они преклонялись, приносили в жертву рыбу, мясо. Но я пока не встречал сейда, но там, по-моему, на берегу моря есть один большой валун, который стоит там непонятно, интересно, на маленьких камнях. Ну, на обратном пути я сниму, покажу вам. Ну а сейчас вот смотрите, какие здесь виды, пейзажи. Это Кольский полуостров, город Кандалакша. Я вижу белку. Первая белка, а уже вторая белка. Первую белку я видел на атомной станции. Это, смотрите, какая белочка. Оп-оп-оп-оп. Она, видимо, людей знает. Или это не белка? Ты кушать просишь, что ли? На. Ты кто? Бурундук? Какой ты шустрый, а?
Белка, белка, дай тебя потрогать. Белка, иди сюда, белка. Не бойся, я тебя не укушу. Белка, белка. Чем дальше идешь, тем жутковатее становится тишина. Деревья какие-то мрачные. Еще часом в новостях попадает сообщение, что медведи близко к людям подходят, лазят, кандалакши. Так что жутко, страшно. Ну, вот такие таблички. А растения, которые здесь растут, расположены по этой экологической тропе до древнего лабиринта каменного. Не знаю, сколько еще идти, но я думал, он близко находится, но что-то, видимо, не рядом. Смотрите, какое дерево, интересно, скрюченное. Больной лес, видимо. Или я что-то не понимаю. Такие пометки для туриста, чтобы не заблудиться. Но еще бы лучше бы написали, сколько осталось дойти до этого лабиринта древнего. И куда тропа исчезла, непонятно. Я не знаю, видно вам или нет, на горе он крест стоит. Видимо, какая-то это та гора, видимо, с которой хороший обзор на город Кандалакша. Фу. Видимо, я не дойду до этого лабиринта. Ну там вообще все ручей потек. Как пойдем, не знаю, по нему. Как-нибудь пойдем. Тихо, тихо. А что, вниз надо спускаться? Ё-моё, слушай, да тут такая сырость-то, а? Нет, там немного только, ничего, пойдем. У нас еще здесь медведи ходят. Да мне говорили, я вот новости недавно прочитал, что здесь где-то уже... кандалакши заметили, этих медведей выйдет. Да не, медведи у нас добрые. Да. Подумаю, своих человек сидят, ничего страшного. Ага, третий убежит, да? Да. Ну нормально, пойдем. Это как идут два геолога. Понимаешь? Ух ты. Потели, в болотных сапогах, тяжелыми рюкзаками. Смотришь, впереди медведь. Один геолог сапоги снимает, рюкзак снимает, а достает рюкзака кроссовки. Ему говорят, напарник, что ты делаешь? Медведь сосед ко мне бегает, сейчас он ему бежит. Он говорит, а зачем мне от него бежать? Надо себя обогнать. Иди, аккуратно, отпускаться. В том году мы ходили, здесь вообще никаких не было этой ручью. Все высохше было. Дождь был. Ну, после дождей, да. Сейчас я руку подам, спущу. Давай, аккуратно, спускайся. А этот лабиринт, сколько он существует? О, там много лет уже. Там тысяча какой год-то? 800, да, какой? 1600. Ну и сейчас пока.
Я его провожу, парни, а то там расположился на месте. Ходили, ручья не было вообще. Что, ледники расставили, что ли? Откуда он появился? Что здесь? Вот здесь верхом где, а там сырое. А ты не знаешь, это что? У меня тапка, жалко. Да там тоже там. Это сандаль. Сандаль? У нас и белухи есть. Знаешь, что это такое? Ну, эти, да? не акулы как. И белухи. Эти. Ну я понял, они что, прям плавают? Плавают у нас, да, бывает. Ну иногда. Что это за остров? Малый Березовый. Это вот ты смотрел на картинке там? А, ну да. Чуть. А рядом с ним Владимир. Ого, нифига себе. Я говорю, километр полтора. Ну да иди уже рядом. Сейчас уже не полтора. Сейчас уже не все, пришли. Всего было полтора. Сейчас там песок. Ну короче, по-моему, я своего товарища потерял. Сейчас приду, он там.